Один человек погиб, 19 получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Такова печальная статистика ДТП на дорогах области за эти выходные. Самой распространенной причиной аварии стал выезд на встречную полосу. Из-за этого на территории региона произошло 6 ДТП. ГИБДД рекомендует быть осторожнее на дорогах, выбирать скорость движения, учитывая погодные условия. Самая серьезная авария этих выходных случилась на автодороге Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума. На 33-м километре трассы 13 января в 7:15 водитель 72-го года рождения, управляя Mazda 6, вылетел на встречку. В авто находилось трое пассажиров. На встречке машина врезалась в автомобиль Mazda 2. За рулем был водитель 64-го года рождения. От столкновения автомобиля покорежило так, что выбираться из машин пострадавшим пришлось с помощью спасателей. В результате происшествия оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Кроме этого, травмы несовместимой с жизнью получил пассажир автомашины Mazda 6, женщина 1974 года рождения. Также еще два пассажира, находящихся в салоне автомашины Mazda 6 1999 и 98 годов рождения, будут проходить амбулаторное лечение.